еще много интересного. Также предвыборная кампания. Что вам показалось самым интересным? Что было признаком убедительности? Самым первым. Но больше говорил, тот, у кого вата, а больше говорил, больше аргументов. Знаете, не могу. Нет, не все. Нет, по мне все. Но тем не менее, вот кто брал, вот как-то было желание смотреть в зал, или вниз, или вверх, и действительно менее разнообразно было так как-то. Скажите, но не завидно. Скажите, пожалуйста. Да телом раз по-разному. Теперь скажите, ну, маркировка половина из вас поверила лгушечкам совершенно искренне. Это благодаря чему? Первому мнению. Что вы сказали? Знаем, благо ли. Благодаря спокойствию голоса, я могу сказать. Спокойствию голоса. Еще? Почему вы поверили? Вспомните эти случаи. Жорика, Артема. Кто у нас еще был чудесный? Зарина была бесподобная. Благодаря чему? Спокойные. Они были. Что такое они были спокойны? Азарта не было. Не было, знаете, вот этого вот. Не было лишних движений. Или чего? Они не хотели играть. Скажи, вот это Вита и Даня, это было вообще очевидно. То есть Вита стояла, у нее были расслабленные движения, она говорила, у меня вата. Вот. А Таня играла на пол.